конце мая в Новочебоксарске молодые люди в нетрезвом состоянии напали на бригаду скорой помощи. 26-летний подозреваемый, который нанес больше всего ударов, уже под домашним арестом. Теперь задержан и второй подозреваемый. Его заключили под стражу. Помимо нападения на медиков, его подозревают и в других преступлениях. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту нанесения побоев из хулиганских побуждений санитару скорой медицинской помощи в городе Новочебоксарске. В ходе следствия по подозрению в его совершении задержан 18-летний житель Новочебоксарска. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку установлено, что в марте и мае этого года в отношении него органами внутренних дел были возбуждены два уголовных дела по статьям «Грабеж» и «Кража» по фактам хищения товаров из магазинов в Новочебоксарске. Расследование уголовного дела продолжается.